В Башкортостане с 1 июля увеличится время розничной продажи алкоголя. Ограничение реализации спиртных напитков с 22 до 10 часов утратит силу. Впредь алкоголь не будут продавать с 23 до 8 часов утра по местному времени. Соответствующий закон, который ранее утвердили депутаты Госсобрания, подписал накануне глава региона. Кроме того, теперь республиканский Госкомторг может устанавливать дополнительное ограничение времени, условий и мест продажи алкоголя как по всему Башкортостану, так и в отдельных муниципалитетах. Запреты могут касаться массовых мероприятий. При этом ведомство не может регулировать правила продажи в кафе и ресторанах. Запрет на реализацию спиртного в день последнего звонка, день молодежи, день знаний, в новогодние каникулы и в дни проведения сабантуев продолжит действовать. Это позволяет перейти к более мягкой схеме регулирования ограничений. Если, например, в каком-то районе проходит местный праздник и принимается решение о неуместности продажи алкоголя в этот день, то соответствующий запрет будет вводиться только в этом районе. Некоторые эксперты полагают, что увеличение времени продажи спиртного связано с сокращением поступления акцизов. Как РБК «Уфа» сообщал ранее, по данным Республиканского управления Федеральной налоговой службы, сборы акцизов с января по апрель в регионе сократились на 21% до 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Среди причин – падение объемов производства и продажи алкоголя, в частности, пива и вина. Есть мнение, что такая тенденция вызвана намеренным перепроизводством алкоголя осенью прошлого года. Это экономически выгодное решение, которое позволило компаниям меньше заплатить акцизов, так как с января этого года ставку налога повысили. Касаясь отмены ограничений, не увеличатся ни объемы продаж от этого, ни общее потребление. Это просто демократизация жизни. Не более того, то есть демократизация жизни после вирусного кризиса. Дело в том, что падение производства в январе-феврале было гарантированным и абсолютно закономерным. Это не связано с тем, что там произошел кризис социально-экономический или пандемия вируса. Напомню, в прошлом году парламентарии Башкортостана дважды вводили ограничения на продажу алкоголя, а в начале апреля 2020 года власти республики устанавливали недельный запрет на реализацию спиртного с 6 часов вечера до 10 утра.